Всем привет! Да-да, та самая игра Минукруту! Майнкрафт, да? Довольно знаменитая игрушка. Я давно, конечно же, знаю о ней. Очень давно. В свое время тоже в нее поиграл. Великолепная игра. Поэтому, почему бы и не сделать обзор прохождения ее? Сделаем. Теперь про игру и про моды, да? Видите, у меня версия 1.7.2. Потому что я смог только ее скачать нормально, чистую версию. Есть 1.7.10, но до нее руки не дошли. Так что я скачал 1.7.2 лаунчер, да? Ну, не совсем официальный, ну ладно. Потом, короче, поставил свои моды. Я пробовал разные моды. Потому что сначала, знаете, я хотел играть в чистую версию. Потому что я всегда любил чистые игры. Никогда не любил дополнения. Но я понимаю, что без дополнений вам будет неинтересно смотреть. Поэтому, давайте посмотрим, что я поставил, да. Во-первых, поставил, ну, чтобы не лагало, OpenFine, OptiFine. Потом, короче, поставил, что у нас еще здесь есть? Better. А, ну, во-первых, шрифты поставил. Потом поставил отображение брони. Потом поставил индикатор урона, да, когда вы бьете кого-нибудь, вы видите урон. Потом крафт гуида, то есть справочник по крафту, очень хорошая вещь. Потом добавил больше респавна юнитов и добавил респавна плохих юнитов. Короче говоря, сейчас вы все увидите, будет весело. То есть, я добавил просто такие дополнения, которые минимально влияют на игру. Я не добавлял там супероружие, которое вначале дается, нет. Давайте попробуем, начнем прохождение. Само собой, я играю очень давно, я уже говорил, поэтому я многого не помню. Я вас прошу сразу же, если у вас есть какие-то мысли по этой игре, вы будете смотреть, пишите в комментариях сразу же. И это комментарии, что сделать надо, что не надо. Вот такие вот у нас пироги. Начинаем мы. Майнкрафт. Вот такой у меня скин, да, ресурс пак. Мне пока нравится такой, но в любой момент можно будет поменять. Я играю без шрейдеров, хотя, видите, я их поставил, но убрал. Ну, мне шрейдерами не нравится. Так-то красиво, конечно, смотрите, очень красиво, да? Вот смотрите, вы напишите в комментариях обязательно, как лучше играть. Вот так, с шрейдерами, мне кажется, слишком светло. Ну и будет немного подлагивать, конечно. Или вот так, по старинке. Вот, видите, да, я добавил множество животных, как хороших, так и плохих. Вот, медведь плохой, то есть он будет атаковать. Медведь плохой, тоже будет атаковать гусеницы всякие. Ну, оживим. Я также добавил, я уже сказал, что плохих юнитов. Почему-то вверху появилось такое слово Doom. Видите, слева. Я не знаю, что это. Может, что-то будет, когда будет сотня. Ну, давайте начнем, да? Я пока не играл, да, давно уже. То есть, я запускал, чтобы тестировать, и все. Чтобы всякие текстуры смотреть. Начнем с малого. В первую очередь, нам нужно построить кровати, правильно? Чтобы распавниться в этом месте. Чтобы ночь не ждать. Потому что ночью... Ходят кто? Ночью ходят мудаки. Давайте ломаем. Пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук. Так, для этого нам нужно будет сделать оружие. Я вначале буду немножко тупить, потому что я говорю, что я не помню рецептов вообще практически. Но если что, вы пишите сами, что я не учел, что учел, что вы желаете, чтобы я показал. Пишите это про дополнения, которые стоит поставить, да, интересные всякие. Ну, поехали. А, для начала нужно выбрать дом, да? Нет, мы не будем выбирать дом, мы сделаем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. То есть мы сначала сделаем оружие, чтобы я достал шкуры для кровати. Хотя я не помню, как делать кровать, ну ладно. Let's go. В любом месте поставим, мы еще такую фигню сделаем. Мне нужен сейчас меч, правильно? Правильно, вот так, вот так, вот так, вот так. Нет, это не меч. Меч, по-моему, вот так делается. Да, вот так, вот так. Два меча мы сделаем. Надо привыкнуть к управлению. Само собой, когда я играл последний раз, там была такая старая версия. Очень многое изменилось. Очень многое. Так, курицы дадут нам еды. Тоже можно будет убить. Видите, да? ХП показывается вверху слева. Что ж такое Doom-то? Вот реально непонятно. Вот мясо давайте соберем. Опыт. Я не знаю, как здесь с опытом обстоят дела. Посмотрим. Само собой, хочется строить там целые города. Я очень люблю пещеры. Нет, медведь нам не нужен. Нам нужно найти овец. Овцы, овцы, овцы.
Вот, Let It's Dead. Кстати, да, видите, я добавила мини-карту. Я считаю, что надо играть с ней обязательно. Даже дело не в том, что я могу заблудиться. Нет, я не заблужусь. А именно, чтобы просто было видно, где вы находитесь, чтобы вы могли сами, да, зрители, видеть это, где я нахожусь, бегаю. Также с помощью карты можно ставить точки, хорошие вещи, чтобы издалека видеть. Услышите, да, медведи орут. Акулы плавают всякие разные. То есть очень-очень много я добавил животных. Нам нужно найти, блин, овец. Тупых сраных овец. Так, вот я слышу звук. Бе, бе, где бе? Вот, это крот, смотрите, крот. Крот. Вот они, овцы. Давай, братюня, давай, давай. Больше гламура. Мало одной овцы, вон еще овцы. Я не знаю, сколько нужно на кровать, сейчас посмотрим. Для этого нам и нужен крафт Гуида. Крафт Гуида. То есть, еще какой у него плюс, кроме того, что он показывает, да, стандартный крафт, да? Он показывает еще нестандартный. То есть, например, вы добавили какое-нибудь дополнение, а множество дополнений добавляет крафт. И вы не знаете, блин, а что, как же крафтить, да? Откуда вы должны это узнать? С воздуха или прочитать должны на сайте разработчика дополнения? Нет, вы можете просто скачать дополнение вот это вот, Крафт Гуиде. Он по-другому называется, я так читаю просто. И там будет все написано. Давайте глянем, сколько нам нужно, чтобы сделать кровать. То есть жмем Ешку, шерсть, Гешка, вот! Вот такие вот пироги! Вот наша кровать, да? Мне нужно три доски и три шерсти. А, по-моему, любая шерсть нужна. У меня уже готово, так скоро будет ночь. Готово, но мне для нее нужно будет сделать еще станок. Давайте тогда сейчас выберем место, где я буду жить. Давайте сделаем свой выбор. Также видите, да, немножко интерфейс поменялся, то есть там были сердечки вот внизу, да? Теперь такие квадратики, это тоже из-за ресурс пака. Вот, там, видите, быки, то есть много еды. Ну, давайте, наверное, здесь. Правильно. Есть водичка, есть медведи всякие разные. Давайте здесь прям. Здесь я могу все зачистить потом. Вот здесь вот. Давайте я поставлю и начнем с этого места. Поехали. Оп-оп-оп. Я люблю сразу, я уже сказал, пещеры, да? Поэтому надо будет сразу вниз копать. И самое главное, что сделать кровать? Как там делается кровать-то? Я же забыл. Сверху, по-моему, да? Вот так вот. Вот так, вот так, вот так. Да! Та-ла-ла-ла-ла-ла. У нас кровать уже есть, отлично. Пукс! Опс. Как ее ставить? А, подождите, она, по-моему, большая кровать. Вон, серая кровать. Майнкрафт, безусловно, очень популярная игра. Это все, в принципе, знают. Ни для кого не секрет, да? Но, как какой-то человек сказал, да, я случайно, когда я видел давно-давно, что Майнкрафт в основном держится из-за модов. То есть, из-за того, что делают моды, да, можно сделать свою собственную игру из Майнкрафта. Это правильно, я согласен. То есть вы можете благодаря модам собрать свой вид игры. То есть, например, что там это есть моды, которые делают там какое-нибудь старое время, там рыцари добавляют. Вообще офигенно. РПГ можно делать. Ну все, смотрите, у нас есть эта шляпа. Да, давайте сейчас мы дерево соберем. Для этого мы сделаем эту фигню. Так, все, я запутался, короче. Ладно, сделаем тогда вот так. Мы не можем делать у себя, значит, инструменты, да? Не хватает нам места. Сделаем тогда вот так. Это будет лопата. Пускай будет одна лопата. Давай, братюня, вот так вот. Потом мы сейчас сделаем. Я делаю наугад, я не помню просто. Да, кирка нам нужна. И топор. Когда так топор, наверное, будет. Вот так вот. Раз, два. Все. Дерева у нас очень мало. Очень мало дерева. Ну-ка, если я внизу ломаю, она рушится? Нет. А она, по-моему, рушится, когда я другим топором. Я вот не знаю. Я помню, что она должна рушиться. Или это дополнение? Напишите, ладно, кто знает. Или мы успеем посмотреть, я не знаю. Я помню, что была такая тема, что я ломаю в самом низу, и дерево разваливается. Но она что-то не ломается. Ну ладно. Вон там крот лазит. Смотрите, настолько много кротов. Здесь очень много я врагов добавил, но пока их не видно. Но если что, мы можем добавить еще моды Doom. Не этот Doom, который сейчас какая-то другая фигня, а есть. Как называется? Лукантроп, по-моему, да?
Там вообще очень много врагов. Я хочу именно хардкор, чтобы везде были враги. Чтобы ходил, убивал. Этот мод я добавил, да? Он добавляет еще и боссов. Я не знаю, где эти боссы, потом будем искать боссов. Интересно, какие боссы там? Посмотрим. В любом случае, плюс в том, что можно в любой момент добавить новые моды. Это огромный плюс. Пока мы поиграем в офлайн режиме, да? Если что, уже потом перейдем на онлайн. Тем более, мне нужно вспомнить все. Вспомнить все. Как делать сундук? Он не помнит этого. Так, ладно, сделаем вот так, вот так, вот так. И вот так. Сундук. Люди, помогите мне. Это сундук? Это верстак. А это сундук? Да, это сундук. Ха! Методом тыка мы поняли, как делать сундук. Все отлично. Теперь у нас есть два сундука. Курицу уберем. Нам нужна еда. Да, я помню, что у нас здесь регенерация ХП. Регенерация ХП в зависимости от полноты еды. Поэтому нужно будет сделать тогда сразу и печку, да, я думаю. Здесь будет печка, а вот здесь, а вот мы пойдем вниз. Пойдете вниз сразу, да, я обожаю фигню. То есть мы будем и вверху жить, и внизу. О, яблоко, спасибо, братюня. Яблоко, кстати, хорошее. Плюс его в том, что его не надо готовить. А, например, чтобы мясо скушать, его надо приготовить. Или можно скушать обычное мясо, но у нас тогда будет меньше регена идти. Опа, опа. Ну что ж, пошлите потихонечку углубляться. Найдем какую-нибудь пещерку. Вот, я уже нашел сразу говнище. Оп-оп. Так, нам нужен камень обязательно. Видите, если, опять же, я говорю, что я поставил ресурс пак, нужно привыкнуть еще как ко всем видам ресурсов. Это щебень, по-моему, да? Ну, гравий и щебень, да. Так, let's go. Опа. Опа. Пук. Да, давайте сначала соберемся, чтобы я мог сделать печку нормально. О, посветлее стало. Здесь можно сделать такой перевал. Давайте сделаем перевал. В ширину разовьемся. И как раз надо собрать нам... Ох ты, блин, говно это лезет. Как называется, сейчас я вспомню. А, булыжник. Надо собрать булыжник, чтобы сделать получше инструменты, посильнее. Оп. Еще видите дополнение, да, которое внизу слева показывает, сколько осталось до поломки оружия. Тоже очень удобно. То есть 40, видите, я могу сломать 40 камней. 39, 38, внизу слева. Все, нам должно хватить камней, да, построить и это, и взять оружие. Где у нас много дерева. Кстати, а я... Подождите, если я поставлю кровать, то все, я уже возрожусь. Или нет? Стоп, стоп, по-моему, нет. Я должен ее активировать один раз, правильно? Давайте активируем. И что дальше? А, встать с кровати, все. Это все? Это утро, что ли, уже? Проверить карманы, нарубить. А, ну ладно. Все. Let's go, let's go, let's go. Так, что еще хотел посмотреть? Ладно, все, идем дальше. Вот я копал, да? Нам нужно сделать печку. Обязательно нужна печка, чтобы готовилась еда. Печка, по-моему, также делается, насколько я помню. Все. Кроме этого, я больше ничего не помню. Сразу говорю. Все, ставим печку, давайте. Пукс! И начинаем готовить. А, у нас нет угля. Уголь, по-моему, можно с помощью дерева, да, добыть? Давайте глянем. Нет? Подождите, а я могу как-нибудь уголь добыть? Подождите. По-моему, можно было добывать уголь. Ну ладно, неважно, короче, не будем тупить. Ах ты, тварь тупая, а? Ну ты чмо, вали отсюда, мразь. Не, ну смотрите, я обнаглел. Псина, а? Вылази, тварь. Вон он, вон, смотрите, лазит. Пес! Не, мы должны его убить. Это наша территория. Ладно, пошел в жопу, короче. Не, вообще обнаглевшие. Нам нужно найти уголь. Уголь будет у нас внизу. Поэтому как раз мы сейчас и расширимся, да. Немножечко расширимся, чтобы уголь найти. Нам нужен уголь. Как раз, кстати, пинг... Ой, не пинг, FPS хороший. 200 FPS. Это, в принципе, неплохо. И давайте теперь будем дальше спускаться потихонечку вниз. Просто сейчас будет становиться темнее.
Да блин, сраный Грайми заколебал. Темнее бы установиться. Вообще, в идеале делают двойные ступеньки, да? То есть, в ширину два блока. Но я сейчас выберу такой самый быстрый вариант. Блин, все, дальше темно. Дальше мы не сможем пойти, нам нужен уголь. А где же уголь-то взять? Только если копать, пробовать, да? Сейчас мы поищем уголек. 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 Потом добавим какие-нибудь да, моды, которые добавляют эванты и так далее, миссии. Таких полно модов, очень много. Че, уголь-то мы найдем сегодня, нет? Видимо, нет. Это железо. Так, железо мы не трогаем. Это как железо выглядит. Прикольно. Пойдемте сейчас сделаем быстренько еще инструмент. Еда у нас не готовится. Стоп, как же делать-то, ёлки-палки. А что такое дум, реально? Сейчас, скорее всего, кто-нибудь враги придут и все, и убьют меня. Поэтому надо приготовиться и пойдем сразу вниз куда-нибудь. Я хочу сделать кирку. Нормальную кирку. Вот такая вот фигня у нас будет. И вот такая вот. Во, давайте сделаем три кирки. Три кирки, отлично. И пойдемте киркой добывать. Чтобы побыстрее весь процесс был. Поэтому пока мы сейчас сделаем тогда расширение, да, в стороны. Блин, а вот не хватает одного угля. Подождите, а если мы глянем здесь, может здесь есть уголь? Здесь может быть, кстати, уголь, да, надо глянуть быстренько. Сейчас. Что у нас здесь вообще есть? Вот какая-то пещерка. Не пещерка, а просто овраг. Овраг. Так, это была свинья, да? Окей. Так, свинью мы сейчас убивать не будем. У нас уже есть еда. Но мы ее не можем приготовить. Уголь тоже красиво выглядит. Такие черные точки прикольные. Черные плюшки. Наверное, надо было просто вниз копать дальше и все. Понимаете, рано копать вниз. Зря мы ушли оттуда. Вот она, мразь. Выходи, тварь. Это тот же самый крот, прикиньте. Чмошник. Let's go! Сейчас мы с киркой будем быстрее. Я не помню вообще, когда я собирал алмазное говно. Алмазное оружие, доспехи, инструменты. Не помню такого. Говно всякое лезет. Опа. Ну давай, ну... Уголек. Уже слишком темно, чувак. Слишком темно, я уже ничего не вижу. Идем поэтому повыше. Нет, здесь мы не можем пойти. Пойдем тогда сюда вот. Да, будем расширяться, где видно. В любом случае, уголь когда-нибудь мы найдем. Когда-нибудь найдем. А можно сделать вот таким вот образом. И вообще ничего не увидеть. Да. Уголь! Help me, ты где? Вот когда он не нужен, он всегда есть, тварь тупая. Так что он самый бесполезный? Вот это дерьмо давайте положим. Или гравий положим. Абсолютно бесполезная вещь в игре. Так, здесь нам ничего не помогло, да? Блин. Как же быть-то, а? Ладно, пробуем дальше. Один уголек найти хотя бы. Мы сделаем для начала факела, да? Чтобы можно было дальше копать огромные дыры. Факел. Скорее всего, уголь он будет дальше, да, внизу. Глубже. Ёлки-палки, ну где же это говно? Тварь тупая, давай, ищи. Вон железо вижу. Я даже уже железо нашел. И столько много крафта, это просто забейте. Оп. И чё? Так, железка нам не нужна пока. Я знаю, что ни хрена не видно, мне тоже ни хрена не видно. Что ж такое-то? Не везет мне на этот уголь. Вы слышали, да, звук?
Звук говна я слышал. Ну-ка, подождите, какой-то пес там бегает, наверное, вверху. Кому по щам дать, а, псина? Это который черный, длинный, скорее всего, бегает. Там мы пошли в эту сторону, да? А здесь мы можем пойти в другую. Понятно, я пока в эту сторону, в другую, да? Во, пещерка, подождите. Главное, чтобы меня не трогали, пожалуйста. Очень часто здесь вот это лежит уголь. Очень часто. Да. Пожалуйста, не трогайте меня, дяденька. Давайте покушаем. Ну-ка, гоу-гоу-гоу-гоу. Давай, уголь, ты говнище тупое, лезь. О! Все, все, спалил я, спалил место рождения. Добываем. Вот, видите, как красиво сделали. А как остальное выглядит, как золото. Наверное, просто желтые такие фигнюшки будут, полоски. Добываем сейчас уголек, еще уголька, еще уголек. Как там делается этот паровоз? Не паровоз, а эти. Поезда, да? Поезда же можно делать. Надо вспомнить, как их надо делать. По-моему, чтобы сделать поезда, должен быть спуск через один квадратик. Как я сделал спуск? Ладно, короче, сейчас не суть важна. Пойдемте сначала приготовим говна. Это мы убираем. 17 угля, мадафака. Бич! Уголек и мясо. Маловато будет одной печки, конечно. Вот сюда вот положим. Вот так вот. Все. Let's go. Теперь мы сделаем что? Мы теперь сделаем вот так. Раз. Два. Раз, два, три. Пода три. Все, отлично. Теперь у нас есть fuck you. Факел есть. Теперь мы можем продолжать копать дальше и дальше. Во! Всем другое дело. Сразу производительность выросла на миллион. Дум уже 60. Если будет конец игры, это будет фейл. А я вот не помню, почему сейчас это появилась земля. Может потому, что где-то выход есть рядом, нет? Я не знаю, или это просто так. Рандомно сгенерировал и все. Опа, 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 оп, 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 оп. Так, ищем, ищем, ищем. Видите, карта показывает только то, что рядом со мной. То есть я сейчас глубоко нахожусь. Потом мы сейчас сделаем вот так отвод, чтобы я мог вылезти спокойно потом. Вы прикиньте, Doom сработает, такая куча врагов побежит по ступенькам. А я просто возьму это и баррикаду построю. Все, профит. Гол дальше. У нас еще есть. Еще две. Плюс три урона. Гол, 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 братюня. Давай. Ничего не видно, я знаю. Я хочу найти шахту какую-нибудь хорошую. Шахту, шахту, давай. У меня на шахте чутье вообще идеально развито. Сначала мы идем вниз. Вот так вот идем. Потом мы пойдем. Столько, подождите. Ага. Потом мы пойдем резко в бок куда-нибудь. Господи Иисусе. Это ко мне не идет, да? Угу. Оп, 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 оп. Опять почему-то гравий пошел. Вообще, по идее, я должен был бы услышать врагов, если они рядом. Давайте пойдем сейчас в бок. Как вариант. Потому что глубина, в принципе, довольно хорошая. Неплохая глубина. Бок, видите, в чем плюс, что можно так залекать делать. Чик-чик-чик. Сломал, да? И, например, знаю, что там дальше ничего нету. Оп. 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 Все, окей. По бокам ничего нету, поэтому мы сейчас пойдем вниз дальше тогда. Хорошо, идем вниз. Где? Вот она я. Опа. Опа. Оп. Оп. Сейчас мы дойдем до самого ядра. И нормально. И все, и конец игры.
Так, тихо, отвлекся. Поставим, давайте, факел еды у нас. Ну, в принципе, и у нас вся еда наверху. А сейчас уже ночь. Надо было двери поставить. Точно, точно, надо было дверь поставить, ладно. Да? А реально, дверь поставить, чтобы они сюда никто не спускался? Где вы, мутанты? Я вас не слышу. Пустота. Оп, 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 оп. Пустота, давай, гол, ну где? Мрази тупые. Обоссались? Блин. Как-то страхово, ну ладно, гол. Оп, 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 оп. Мы копаем, тан-таран-тан-таран-таран. Ия-ия-о. Копать должен ты. Так, let's go. Я чувствую, чувствую. Давайте, где-то здесь рядом должна быть тема, но... Ну, кто-нибудь давайте, пискните. Ага, уголё, хорошо. Уголь нам всегда нужен. Уголь, 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 уголь. Ладно, пойдемте в бок, реально, пошлите в бок уже. Может, какие-то плохое место нашли какое-то. Оп, 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 оп. Тварь тупая, я найду тебя, найду обязательно. Так, здесь все нормально, никого нету? Вроде нормально. Видали, какой мы уже туннель прокопали, а? Вообще жесть. Как крот просто, реально крот. Надо крота приучить, пускай туннели копает тоже вместе со мной. Фух, запаслись мы ресурсами, конечно. Ой, у нас камня море. Можно прям дом из камня уже строить. Оп, оп, давайте. Ну, выход сраный где? О, красное говно. Я не знаю, что это такое. Похоже на говно красное, реально. Это Red Ore. Ну-ка, что с него можно сделать? Меркуре. А, это типа кираса. То есть из него можно одежду сделать. Ну ладно. Одежда так одежда. Но мы потом будем делать. Сейчас мне не нужна она какая-то одежда. Мы лучше возьмем по старинке из этой шкур сделаем одежду. Так, давайте глянем, все ли нормально. Вроде пока все. Нам нужен еще fuck you. Уголь. Опа. И еще давайте вот так вот. Чик. Что такой маленький инвентарь? Он такой должен быть, да? Жестко. Уже забили практически полностью. Ага, здесь я уже поставил. Ну давайте добудем сразу. Блин, ну где? Давайте, давайте, давайте. Это я, получается, иду в бок. То есть я обратно иду, да? И дальше мы пойдем сейчас вперед. Дальше. Вот сюда вот пойдем, пойдем, пойдем. Опять нифига не видно. Теперь я кое-что предлагаю пойти вниз. Давайте пойдемте вниз. Пау, 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 пау. Это мы только вначале будем так добывать, само собой, да, это основа. А потом уже, когда будет все готово, будем как мажор бегать, радоваться жизни. Что-то, видимо, я какое-то плохое место выбрал, да? По-моему, я уже скоро дойду, реально, до основания. Если нам потом будет все дорогой сделать, вообще будет умато. Вагонетка, во, вагонетка. Шкала дума заполняется. Что это? Ага! Убивают! Вы видели? Ну, тварь, а. Ну ты чмо. Тихо. Так, вот я вроде слышу, сейчас будем искать. Угу, мясо надо, блин. У нас мясо наверху. Прикольно, да?
нас уже напали, я не ожидал, ну. Прикольно, прикольно. Почему на меня напали, я не понял, а мрази? Откуда они вылезли? Просто так, что ли, напали и все? Да, долго мне, конечно, надо было оружие брать. Стоп, я хочу где-то здесь вот пройти. Давайте здесь пройдемся быстренько. Оп, 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 оп. Это у меня каменная, нужно сделать железную фигню. О, это не ломал, да, смотрите, сам сломанный, прикольно. О. Эта фигня, по-моему, нужна, да, чтобы делать поджигалку. Что-то столько много гравия здесь. Как-то слишком подозрительно. Ладно, пойдемте вниз. До самого основания. Что делать? До самого основания докопаем. По-моему, еще можно лестницы строить, да? Как я правильно помню. Надо будет попробовать лестницы. Все же сломается. Я ничего не нашел, короче, в итоге. Опыт прибавляю. Смотрите, реально, да? Это мне за уголь опыт дают, оказывается. Я не обращал внимания. Странно. Или он за все дает? Нет, не за все. Сейчас сломается кирка. Угу. У нас еще есть обычная кирка. Сейчас я быстренько сейчас все доломаем. Кирку еще насломаем. Потом я сбегаю сам уже без вас. Чтобы вы не ждали, пока я пробегу весь путь. И там все починю, сделаю новое. Потому что путь реально уже просто огромный. Мы здесь выкопали полкарты, наверное. О, стоп, смотрите, да? Он что-то видит на радаре. Подождите, ну-ка, стоп, стоп, стоп. Он, наверное, уровни видит. То есть, типа, на этом уровне там это лава есть. Ага. Ага. Пойдемте прочекаем с этой стороны. А я что-то даже не обращал внимания. Скорее всего, да, скорее всего, радар работает именно на уровне, все правильно. То есть до этого не было лавы, он не видел. Сейчас появилось. Там какое-то красное говно. Это, скорее всего, фигня, с которой я буду делать эти, да, да? Ага. Вы чуете, да, запашок? Это не я, если что. Это запах победы. Сейчас мы найдем как раз новое место. Мне надо будет вернуться обязательно, потому что надо еще еду взять. Тварь тупая, а? Ты че, ты сдохни, 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 чмо, сдохни. Да, я, да, да, да. Тварь. Фух. Конечно, пугаешься, когда ты говоришь об одном, да? Истории рассказываешь. И такое говно вылазит. Я прям хорошо слышу, где-то не здесь рядом. О, я зря начал вниз-то, ёлки-палки. Стоп, мне надо не вниз, мне надо прямо делать. Нет, это, конечно, это уматно. То есть радар, в принципе, отлично помогает, чтобы искать хорошо шахты. Вообще, молодцы, 5 с плюсом. То есть мы можем в любом месте карты взять, начать самый низ, да? Копать, копать и видеть уровни. И видеть рядом, что находится. Потом я сделаю сюда вагонетку, чтобы мы сюда пешком не шли. Оп. Оп. Наверное, надо было по-другому сделать. Ладно, сделаем по-другому потом. Надо было копать просто тупо вниз. А, если вниз, я не сделаю вагонетку. Блин, у меня нет нечем копать. Я хочу дойти все-таки до этой фигни. Давай, давай, детка. Ага. Ну, Doom 99, смотрите. Все, Doom сейчас сотня будет. А что дальше-то? Ой, я заблудился, да? Так, это плохой поворот, мне не нравится он. Давайте мы его берем. Сейчас Doom будет сотня. Сотня, сотня, сотня. Поэтому пока я сделаю вот так. Я поставлю вот сюда вот гравий, давайте. Да? Потом я его сломаю, на всякий случай, чтобы
Вдруг враги пойдут, а я этого не замечу. Это вообще будет бред. Просто так сдохну и все. А мы сейчас дойдем до лавы, а дальше я сам обратно пробегусь уже. Как раз у нас скоро кончатся все инструменты. Еще есть одна. О, она сломанная тоже. Два удара, да? Офигенно. Блин, я хочу доломать. Тварь. Немножко осталось. Так. Я слышу звуки уже. Что-то я стремаюсь обратно идти. Ладно, давайте я пойду обратно, если что, я врублю запись. Так, ну все, я сбегал уже, все починил. Там, в принципе, ничего страшного меня не ждало, никаких мутантов не ждало. Поэтому все нормально. Я вот решил немного в другом месте покопать, потому что, видите, я здесь тоже нашел место, где там есть у нас пещера. Здесь нам надо будет недолго копать. Мы быстро пройдем здесь. Быстро. Я сделал все каменное, лишнее выложил. Надо потом будут уже доспехи себе делать. Блин, тупое говно сраное, ненавижу. Откуда это дерьмо лезет? Все нормально. Пойдет. Бывало и лучше. Вот видите, я... Да господи Иисусе. Я вон вижу, да, находится какая-то пещера. Окей, вот так вот будет пускай. Пещера. И я хочу попасть в эту пещеру. Вот то, вот вот. У нас уже довольно много ресурсов, это хорошо. Ну, их довольно много, начальных ресурсов. Пока у нас ни одного алмаза нету, нам алмаз тоже нужен. Хотя бы доспехи сделать алмазные. Опа. Так, давайте поставим факелок. Отлично, отлично! Вон она, пещерка. А потом уже, я же думаю, потихонечку надо будет дерево нарубить. И самое главное, нужно будет сделать вагонетку и кататься по всем пещерам. Веселье. Оп. Во, мы уже рядом. Да, там большая пещера, смотрите. Ой, какая большая. О. Отлично. Потом мы туда прям въезжать будем. Все. Мы уже почти пришли. Смотрите. Сейчас ставлю эту фигню. И, скорее всего, это или последняя стенка, или еще одна. Не, смотрите, пожирнее. Сейчас будет уже. Да, я слышу звук. Стоп, 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 подождите. Значит, я немного неправильно смотрю, да? Да, все понятно. Значит, нужно вниз немножечко прокопать. По идее. Я сейчас нахожусь прям сверху, над этой фигней. Или снизу прям. Ну-ка, подождите. Где вы, эй? Люди! Я слышу звук, вы тоже слышите его. Это вода. Почему-то это вода. Не, наверное, карта все-таки она барахлит. Она немного другое показывает. На карте вообще воды нету. Фу, я ж немного испугался. Блин, я что, сделал одну кирку? Тай-та! Ладно, тот самый момент, когда все равно, что одна кирка, потому что у нас есть верстак. Профит. Учитесь, господа. Поставим везде верстаки, проблемы нету. Вот так, вот так. Я бы сделал бы железо. Ладно, потом найдем железо. Пора шахту, обновка. Я прям... Сейчас потечет, да? А, вода, ты где? Да где же ты, мразь? Я чувствую рядом.
по прямой. Тварь. Нам нужно сделать нормальный подъем, чтобы я мог прямо сюда заезжать на машинке. Так, фокс. Какие-то волки ходят. Не хочу подыхать. Но придется мне подохнуть, как твари тупой. Вот так вот. Вот так. И поедем обратно. Здесь все можно все закрыть. Опять, да. Чтобы я не путался. Фух, мы сделали это. Окей, теперь я буду знать, что видите на карте, как выглядит, что я прямо на этой точке стою. Я вообще бы убрал бы отсюда воду. И добавил бы этой шляпы. Это оборотень. Не хочу драться с ним. Давайте кто-нибудь по одному, мрази. О, все идет, тварь. Сейчас меня убьют, да? Это была первая моя смерть. Эй, пес. У тебя проблемы, псина? 1 хп! Нифига я его дамажу. Видимо, я рано, очень рано пришел сюда. У оружия атака плюс 5. Веревольф, смотрите, да? Это оборотень. Он меня, наверное, с одного удара убьет, тварь, да? Тихо. Он еще огнем дамажит, чмо. Да отвалите. Там вода рядом, да? Есть, нам было воду заюзать. Я тебе просто не дамся, псина, не дамся. Офигеть. Сильная тварь, а? Прошли года. Прошли тысячелетия. Я Давакин. Я убью вас всех. Давай. Ты сдох. Изи, что-то слишком легко. О, какую-то плюшку дали. Мотыга? Из него выпала мотыга, прикиньте. What the fuck? Из него выпала мотыга. Каменная мотыга. А, две мотыги выпало. Нифига, он трудоголик. Да. Варевуль с двумя мотыгами. Хорош, братюня. А ты, пес, почему ты, псина, здесь стоишь? Зомби. Ну, зомби я буду посильнее бить, я думаю. Да, пятерочка. Он как должно быть. Все, сдохнем. Опа, перестрелка. У меня жопа не вылазит. Помогите кто-нибудь. Он взорвался уже, да? Где он взорвался? Стоп. Простите, он... Зачем он взорвался здесь? Меня же здесь не было. Так, давайте подготовим, чтобы я мог убежать. Возьмем уголька, я сказал. Берем уголек. Вот, нашли первую пещерку. Что у нас здесь еще есть? О-о-о-о! Да, пещерка здесь не маленькая, я скажу я вам. Много мне здесь надо будет отрабатывать, много. Лава? Кстати, я помню, что можно брать ведра и набирать лаву. Только зачем, я не помню. Давайте построим себе проходик такой. Проходик? Ага. Чтобы не падали мы сюда. Железо. Железо это хорошо. Давайте добудем железо. А я не помню, а есть ли железные доспехи? Это, наверное, вряд ли. Сейчас глянем. Да. Железо. Слиток. Доспехов вроде не... Есть оружие. Да. Вот оружие и то самое ведро, которое я говорил. Его можно будет туда лаву. О, доспехи есть.
Прикольно. Железные доспехи, да. Это столько много... А, 16 рельс, я уж перепугался. Я думал, одна рельс настолько дорого стоит. Значит, нам надо очень много железа. Да. Поэтому наберем сейчас пока железки. Чтобы как раз потом уже начать строить. Нужна плантация для еды тоже. О, золото, ништяк. Только я не помню, для чего здесь золото нужно. Так вот сделаем. Нормально? Я уйду? Да, нормально. Золото! Та-ту-ру-та! Ту-ту-ру-та! Та-ту-та! Та-та-та! Опа! Опа, опа, опа. Ну, профессионал. Ас. Так, все, давайте ставим сюда. Во, а это что такое синее говнище? Здесь не хватает, знаете, чего не хватает? Вот я вам сейчас скажу, чего здесь не хватает. Здесь, по-моему, можно на shift жать. Да, смотрите. Здесь можно жать на shift, и вы не упадете с обрыва. Это очень удобно, когда надо строить вот так вот. Блоки, офигенная вещь. Видите, я хоть что-то помню. Здесь нужны мостики нам. Еще раз сейчас сюда, 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 и вот сюда, и вот сюда, вот. Да, я хотел вот это синее говнище взять и золотое. Что такое? Как много лазурит. Говно, да, дайте угадаю. Параша, по-моему. Да, много выпадает его. А в чем проблема-то глянуть? Вот, лазурит. Блок лазурита. Не знаю, что это такое. Синяя обожженная глина. Параша, короче, полное говно. Синяя шерсть. А, он нужен типа для краски, да? Ясно. Мостик, мостик. А это что такое у нас? О, как тяжело ломается-то, а? Золото, дайте угадаю. Чуть ничего не выпало, да? Странно, странно. Ну-ка еще раз. А, если он тяжело ломается, да, я понял. У меня неподходящий инструмент. Все ясно. Понял, не дурак. У меня, значит, неподходящий инструмент. Ведь можно было, наверное, лучше лестницу построить. Я не помню, как лестницу надо строить. Сделаем тогда сейчас вот так. Вот уголек. Давай и факелы. Поставим везде факелы, чтобы не стесняться. Идем дальше разведывать. Сейчас я не смогу сделать. А, мы сейчас сделаем вот таким вот образом. Сделаем вот так. Чтобы я не падал. О, прикольно. Так, я не могу присесть. Да, вот, все отлично. Мы сейчас, чтобы я далеко не бегал, построим еще одну шляпу. Вот так вот, вот так вот. Нормально, сколько у меня досок-то. Еще один станок, верстак. Здесь вот его поставим, чтобы он не мешался. И сделаем железное говно. Его половить надо, дайте угадаю, да? Блин. Ну, что стесняться? Мы с вами не будем смущаться, давайте. Опа. Новое достижение, типа я до этого не делал. И прямо здесь мы сделаем две плавильни. Вот такие вот пироги у нас. У нас булыжника полно. Угля у нас полно. Потом делаем вот так вот. И вот так вот. Нормально, ты меня не убивает? Еда у меня есть. Давайте покушаем еду. Я не хочу я кушать еду. Потом покушаем. Так, все, кладем давайте уголь. 2 единицы. И вот эту фигню. Получится? Да. Значит, правильно, нужно плавить железо, чтобы получить говнище. Оп-оп. Вот так вот. Нормально. Наверное, каждый уголь на один слиток, правильно я понимаю? Скорее всего, да. Вот еще железо. Ага, нам нужно железо, чтобы взять этот слиток, правильно. О, крип. Откуда он взялся? Зареспаунился. Ты мне здесь не нужна, тварь гнойная. Так, берем отсюда. Куй железо, пока горячо.
Это я песенку спел красиво. Так, палочек у меня нету. Сделаем палки. Опа, палки. Потом раз, два, раз, два. Тан-тан-тан-тан-тан. Все, железные кирки я взял, хорошо. Железная кирка. А мы все, знаешь, сейчас сделаем. Вот такую фигнюшку мы сделаем. Нет, мы не сделаем такую фигнюшку. Я хочу поставить еще сюда чемодан. На всякий случай, мало ли что случится, да? Чтобы я мог лишние ресурсы выложить. Булыжники в моем инвентаре, они мне нафиг не нужны. А, ему некуда открываться. Да-да, я понял, понял, да. Прикольно сделали. Куда-то исчез зеленый упырь. А, это чмо ко мне идет, смотрите. Псина. Что это у нас такое? Золото, да? Правильно? Да, золото. А для чего нам золото нужно? Ну, слитки золотые, это понятно. Тоже доспех. А как понять, какие доспехи лучше, какие хуже, стоп? Кирка золотая. Непонятно, что лучше, что хуже, да? Медальон. Блок. Топор. Пластина. Самородок. Ну, только если сделать доспехи. Золотые доспехи. Или, например, оружие. Или инструменты для добычи. О, там еще проход какой-то я вижу, смотрите. Давайте пройдемся быстренько прямой. Видите, как быстро работает. А золотая еще будет быстрее? Ну-ка, подождите. А почему золотой урон меньше, чем у железной? Интересно. Странно. Кстати, хорошая прочность у этого инструмента. Опа. Там я железо вижу сзади, да, взаду. Вот еще железе. О, отлично, давай, братюня, давай. Все железо выковыриваем. Ой, выковыриваем, просто выковыриваем. Опа. Все хорошо. Нет, нехорошо. Окей, ладно, идем дальше. Оп, 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 оп. В этом выпуске мы будем под землей. В следующем выпуске пойдемте тогда сразу наверх, да? Будем строить плантации и так далее. Нормально дом построим, я думаю. Но вы обязательно пишите комментарии, реально. Потому что мне нужно взаимодействие. Если вам что-то не понравилось, да? Если вам что-то не понравилось, напишите об этом. Что лучше бы ты сделал вот так вот. Уголь я нашел. Или лучше добавь вот это. Или такой мод добавь. Будет веселее. Без проблем. Понимаете, я даю вам возможность принимать участие вместе со мной. Ой, кого-то я слышу. Принимать вместе участие. То есть, чтобы создать уникальный контент хороший, да? Для этого, ну, это нужны отзывы, правильно? Людей, которые говорят тебе, вот, лучше пускай будут так. Так, кого-то я слышу, подождите. Я слышу, что-то пищит, как порванная жопа. Ой. Так. Наверху ничего нету, внизу есть, нет? Кто пищит, я не понял. Потом этого провалюсь, да? Прошлый раз она по прямой была. Да-да, по прямой. То есть ни выше, ни ниже. Сейчас поставим эту шляпу, давайте. Попробуем еще по прямой пройтись. Давай, держи. Опа. Видите, какая скорость? Пау, 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 пау. Я железо потрачу, знаете, на что? На рельса, да. Нахрен мне не нужна эта одежда. Это не какая-то там модница, правильно? Так, пошли. Опа, опа, во. Из этого тоже можно, кстати, броню сделать. Потом посмотрим, какая броня будет лучше, или железная, или какая. Здесь в игре очень много брони. Так, я не понимаю, куда идти-то надо. Так, нормально, все, вышел. Опа, 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 опа. А можно легко проверить таким методом, смотрите.
А, все, ясно, ясно, я поняло. Я поняло. Кстати, все вот будет. Кстати, я отсюда не выйду пока, пока я лестницу не сделаю. Я слышу звуки. Так, подождите, а где я звуки слышу? Во, еще какую-то нашел руду интересную. А что такое? А, не знаю. Так, это скорее всего скелет, правильно я понимаю? Да, реально, смотрите, выпадает опыт. Придумали же. Опа, опа, опа. Горнодобыча, оп. Опа. Так. Куда нам нужно идти? Я не понимаю. Подождите. Где? 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 Вниз? Или вверх? Непонятно мне. Лаву я вижу. А почему я здесь ее не вижу? Вот здесь я вот не вижу лавы. Поэтому сейчас кушаем. А это мы побьем еще. Во, железка. Нам как раз нужно железо. Отлично, да. Чем больше железа, тем больше вы увидите рельс в игре. И будет красота. Будем кататься. Туда-сюда. Туда-сюда. Как же это весело. Еще давайте сейчас сделаем быстренько. Раз. Два-с. Так, а по времени-то у нас уже много прошло, да? А я что-то заигрался, эх! О-хай! Плохой выход здесь будет, конечно. Ну давайте, что уже завязывать? Время много прошло. Ну, конечно, последний раз попробую сделать вот так, вверх попробую. И вниз. Тихо-тихо, красная, да, мне нужны они, блин, это же не железо, это каменное. Железное у меня есть. Красные нужны нам для механизмов, я помню хорошо. Отлично, отлично, их еще и много выпадает, хорошо как. Давай, братюня, мне все это нужно. Ой, тихо, спокойно, я увлекся. Так, это что такое? Это же этот. Да, смотрите, я в самом низу. Ну все, такими темпами мы дошли до основания. До самого низа. Поэтому надо идти просто тупо по прямой. Там сейчас будет это говно, я уверен 100%. Где-то она должна быть в любом случае. Ага. Где мы тут понакопали? Смотрите, ужас. Давай же. Сейчас, конечно, мы найдем выход и все. И закончим. Не, он не ломается. Сколько я помню, он не ломается, да? Да. Ну, где же выход-то? Дайте мне выйти из этого говна. А, может он сверху? Подождите. Тихо. Что, я успею убежать? Не понимаю. Вот эта фигня нам нужна. Во, хорошо. О, из нее тоже, да, выпадает опыт, по-моему. Да, офигенно. Много-много. Я люблю в этой игре механизмы. Нам нужно много-много. Нам нужно больше механизмов. Во-во-во. Слышу, слышу. Я вас слышу, а вы меня слышите? Нет, мрази. Где же эта тварь, а?
Ну, истина где-то рядом. Истина, ты где? Не могу найти. Стоп, ну это реально, это бред просто. Ладно, то сейчас пойдем вверх быстренько. Давайте, давай, братюня, давай, еще вверх, вверх. О. Самое главное, знаете, что сделать? Не сдохнуть, самое главное. Самое главное, не сдохнуть. А можно, знаете как, можно просто тупо вверх копать бесконечно, и так мы выйдем наружу. Прикиньте. Какой будет быстрый выход. Давайте попробуем, мы все и закончим на этом. Для этого мы сейчас, знаете, как сделаем? Сделаем вот так вот, вот так вот. И вот так вот. И будем искать или быстрый выход, или мы просто попадем как раз куда мы и хотели. Да, 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 тварь, а. Тихо, тихо, тихо. Нет. Help me. Все, я нашел выход какой-то. Какие-то какашки летят, смотрите. Чей-то кау летит. А я хочу посмотреть, что там. Нет, я не посмотрю так. Ну ладно, в любом случае я нашел, я знаю где это. Мы сейчас сделаем так отвод. И все, и давай, до свидания. Все, отлично. Все, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Обязательно напишите комментарий по игре. Понравилось или не понравилось, что вам хочется. Или снимать дальше, не снимать. Пожелания, про моды, про все. Именно сейчас напишите, в самом конце я вас прошу. Все, всем пока.